серии баскетбольные кубы с блеском стартовали женские в ролиге. Два матча для победы. Бурская надежда дома выиграла у команды с не менее критичным названием «Ангелы-хранители», которую представляют словацкий город Кошице. 70-65. Спарта НК дома экзаменованный шкаф в ролиге турецкий Тарсус. Соперник российской команды основательно подготовился к турниру, припившись двукратной олимпийской чемпионкой Эдиль Шеймитон Донс и лидером испанской сборной Амаева Лимон. Обе спортсменки уже успели в свое время поиграть в нашей стране, поэтому имели представление, что противостоять спорте. Но этих знаний оказалось недостаточно. Хозяйки паркета доминировали весь матч, остановились в второй половине и два не теряли преимущество. Итог встречи 88-81 в пользу коллектива Бобчанов. Новая команда, вот очень люблю еще немного американцев. Играют очень быстро баскетбол, вот иногда не успевают, что не привычно стать, что после забива они бегут быстрый прорыв. Вот. У нас не было тренинга видео в этой команде, то есть готовы играли сегодня не знаю, играли свои заготовки и, ну, кто-то приблизительно как-то вот. И, наверное, в середине игры расслабили, потому что их давалось достаточно легко. Вот. Не учишь, что так не прыгать, оказалось, надо играть.